Свет дарует мне победу! За молот Рока! Ну да, так себе рука. Нужен либо собака какая-нибудь, либо, не знаю, нефритовые когти, либо раздражатор, то есть много, в принципе, карт. Давай. Кто хотел убить? Да. Не забудь про чаевые. Собака. Ну такое, я могу тебя достать. Но потом в следующий ход буду лап сосать. Что очень не хочется мне. Если он так ударит, полетит. Я могу тебя достать. Интересно. Не, ладно, давай. Нельзя отдавать столб. Очень буду надеяться на топ-дек следующий. К сожалению, всего две тройки, но какая-то четверка будет здорово. Ну или зомби. Зомби тоже здорово. И эльфийская лучница здорово. Хочешь жить вечно? У тебя, Эксленс, 1389 сообщений. Будет жить вечно. Ну ладно, давай. Не, тогда и следующий ход у меня будет перегрузка. Я не хочу. Давай. Да, даю я стол. Больше существ? Да, пожалуй. Вот это интересно как. Да, наверное, лучше себя достану сейчас. Привет, Нилкарс. Ну так. Плюс-минус. Тебя или тебя? Этим плюс этим я его убью. Да, ладно, хорошо, давай тебя. Передай мне конгенциальный вращатель. Следующий ход раздражатор плюс муковорот. Я лечу! Окей. Фига ты, Рассер, дружище. Трепещи перед мной Штормгра... Оу. Да как это может быть? Как это может быть? О, боже мой. Как это может быть? О, да.
Не, это доказывает то, что стримерам не везет, а всем остальным везет. Раз, два. Сужинца, солнце. Надеется, да, победить? Да, это, конечно, такая удача, что это просто жуть. Это просто жуть. Будь начеку. За молот Рока! Лучница на первый ход? Возможно. Возможно, потому что у меня есть собака на второй. Не. Давай пас. Починю что угодно. Раздратор. Давай раздратора достанем. Тоже, конечно, класс заход. Заход, что нужно. Мне зомби на следующий ход был бы самый лучший. Он сейчас, наверное, даггер будет доставать. Неужели у тебя еще что-то будет? На самом деле я могу сделать так. Ну давай сделаю так. Могу его убить. Что лучше? Что же делать? В кривую сыграть? Мне кажется, мне нужно в кривую сыграть. Давай в кривую сыграем. Хорошо. Удар, удар. Лучницей добьют. А там сделаю, может быть, какая-то двойка, может быть, четверка. Посмотрим. Это странный был ход. Интересный ход. Ну да, опять же темп выбирает. Ну с темпом у меня тоже проблем не очень много, дружище. Один выстрел, один труп. Я не понимаю. Придется, наверное, сейчас так убить. Давай. У меня есть хотя бы что-то. Да, у нее намного больше карт. Ну ладно, у меня есть хороший Санвалкер на следующий ход. Ударишь даггер, обновишь даггер. Но Санвалкера пока убить не может. Окей. Мне нужна хорошая карта, мне нужен добор, мне нужен, не знаю, что-нибудь. Ауч. Да, идет. Окей. Да, мне кажется, я проиграл здесь. Может, трепещи перед... Ой. О!
Ну да, тут конечно, вообще чуть-чуть. Ну мне нужен, не знаю, Штормград мне нужен прям сразу. Надо. Надо что-то мне. Ну да. Тут у меня уже нет шансов. Карта будет дровать. Что я никак не делаю. Да, тут можно сдаваться. Подойди и послушай. Жду топ дека, наверное, все. Если у меня будет... Не, это фигня. Это мне не поможет вернуться. Победа за тобой. Тут, конечно, вот так все зашло, что... В принципе, у меня тоже круто все зашло, но у меня просто карты ниже качества немножечко оказались. Я буду сражаться с честью. Окей, это я оставлю. Раздражатор. Не, раздражаторы, я думаю, мне и так придут. Окей, раздражатор на первый ход, собак на второй. Однажды я стану рыцарем. Окей. Да. Тебя. Когда сезон закончится? Никогда. Если в Хардстоне, то как обычно. А обычно. Лучница. Да, наверное, я лучницу... Блин, не знаю, я могу лучницу на следующий ход достать. С... Давай так лучше сделаем. Сезон первого числа всегда заканчивается в Хардстоне. Начинается новый. Ладно. Окей. Могу так не делать. Могу раздражать лучше. Больше раздражаться. И на следующий ход я не знаю. Может быть сделаю так. Может быть тотем. Посмотрим. Окей. Это я по-любому убираю, легко убираю. И, конечно же, я мурлоков достаю. Хотя, с другой стороны, консекрейшн будет очень печален для меня. Да, я не смогу ничего не достать на следующий. Окей, ладно. Потому что, ну, как бы, следующий ход у меня действительно провальный будет. Если будет консекрейшн с его стороны. Несчастные случаи. В принципе, пофига. Это, ну, тоже, в принципе, не так страшно. Это я что могу сделать? И мы точно знаем, что здесь нет консекрейшна. Это очень важно знать. Раз-два, да, наверное. Давай, раз-два. А благодаря собаке я вылью вообще миллион могу сделать. Окей, раз, два. Ух ты. Может тебя сделать? Так, раз-два. Угу. Ну, все, пора сдаваться, друзья. Что за пора сдаваться? Летал я, может быть, пропустил. Не, не пропустил. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Вот на следующий ход летал. Победа, это... Свет дарует мне победу. За молот Рока. Окей.
Ну, мне явно не нужно два раздражатора. Одного? Я, ладно, я оставлю одного. Так все быть. Эх, ну, не знаю. Ну, не знаю. Как-то так. Себе. Может, собак придет, может, мурлоки придут. Собиратель сокровищ? Хорошо, давай мы собирали сокровищ достанем. Очень плохо будет, если становится жарко. Выйдет. Если он мне попадет, да, в него, это будет очень плохо. Но в целом, ладно. Я могу. Что могу? Я могу тебя достать. И у меня Shadow Madness и привет, я могу тебя достать. Но нет, я лучше тебя действительно достану. И очень надеюсь, что у меня не будет Potion в Madness. Кстати, еще тройка очень плохо будет. Ладно. Как тебе мой костюмчик? Эй, а ну отдай! Я могу тебя достать. Ну, убьет он мне его, очень неплохо. Блин, это вообще-то не очень хорошо. Вообще не хорошо. Я бы даже сказал. Ну ладно, давай сделаем. Что же так? 1-1? Ладно. На следующий ход я буду делать раз и два. Может быть, мне четверка придет. 4 морлока самый топ. Ты готовы сражаться? Ну, хо-хо-х. Ладно. Собака, 3 сюда. И все. 3 сюда и все. Значит, я все сделаю тебя. Окей, топор бури меня устраивает. Давай достану тебя. Что в целом не очень, но ладно, я, может быть, собакой плюс топором бури на следующий кто-то там есть. Надеемся. Ну, вообще беда. Ну да, конечно, вот эти 3 карты, они не для старта в моей руке. Положи это яблоко себе на... Ну, только не вздумай. Ладно, это нормально, попадание. Окей, попадание. Хорошо, я могу. А что я могу? Наверное, ударить так. Могу ударить так. Давай ударю так. Сиди, направляйте меня. Хорошо. Да, мне сейчас может так убить, и это будет печальненько. Но с другой стороны... У меня будет одно существо только. Убивает меня. В лицо обоими бьет вообще. О, это я его могу наказать. Я могу его очень сильно наказать. Если я его накажу, это будет очень здорово. Вот это плохо. Это плохо. Ну ладно, что делать? На следующий год я могу потенциально сделать, прожать кнопку и сделать вот эту карту. Потому что мне будет собаку убивать. Я думаю. Главное не АУЕ. АУЕ ужасно. Все остальное наплевать. У тебя неприятности! Я думаю, наплевать. Bloodlust, может быть? Что мне дает Bloodlust? Что я убиваю его так, а его убиваю так? А
Этого могу убить так, плюс Bloodlust. Может быть, а это тогда, если это что мне дает? Раз дает, два дает, три дает. Не очень. Ну да, наверное, Bloodlust будет лучшим. Что-то мне подсказывает. Интересно. В любом случае умираете. Ну да, и это останется. Я же хотел бы так ударить. Если я промахнусь, это будет 9 здоровья. 9 это будет 5 плюс 4. Хорошо, ладно, давай, я сделаю так. Я понадеюсь, что я все же попаду вот так вот. Не убивал. Это будет 4, еще 2 получу. Сиди, направляйте меня. 4, а мне Кракеном убьет тогда. Вообще не буду бить, слушайте, может быть в лицо. Кракен. Давай подумаем. Ладно, давай. Я его поднапрягу. Оружием не бью, потому что следующий ход очень вероятен Кракен. Практически 100% Кракен. Сонардскол! Да, я захилил того. Печалька. Не хилит того, хорошо. Не хилит того, значит я делаю что? Значит я делаю... Кракен сюда. Так. Отправляйте меня. Да. Окей. Ну все, тот же Кракен убивает, но здесь я уже не могу играть вокруг. Кракен, здесь уже судьба. Если умру, так умру. Две стороны у меня летал. Если у него все медленные. Ну что, забафаешь его? Хочешь жить вечно. Свет дарует мне победу. За молот Рока! Так себе. Кто хотел увидеть? Вау. Окей. Вероятность то, что он достал раздражатора, очень высока. Мне нужна какая-то единица. Очень желательно. Ну, либо тройка. Тройка, либо единица. Давай. Рубака, в принципе, тоже очень здорово. Ну да, раздражатор это очевидно. Он все выйдет. Ноп. Давай. Тебя достану. Ну, в любом, ну, как бы у меня следующего хода нет, поэтому я могу раздражатор плюс тотем сделать. Привет из огромного мира.
Да, это очень интересный захил. И почему его, а не его, тоже непонятно. Ладно, дело. Удар полечит. Ну, я могу его убить. Конечно. Но много отдам. Сколько видишь пальцев? Окей. Давай. Будем простенько, если не разберемся. Да, наплевать, если не полетел лица. Не, ну, конечно, как бы важно, но не настолько, насколько прям вот кажется. На самом деле. На самом деле. Давай, я достану тебя. Вера, Potion of Madness ужасно сейчас будет. Potion of Madness я могу проиграть. Вообще, Эдегард, конечно, очень хорошо против Приста, но... Как что? Весь стол отдавать. Может быть. Да, если ударит, полетит. Да, проблема, что нет никакой быстрой карты. Вот это интересный удар. А, ну может Potion of Madness так ударить. Ну что, еще будешь? Хорошо. Хорошо. Окей. Я убирать и доставать по максимуму тогда, да? Давай, достану. Нет, достану, наверное, тебя. Блин, мне Bloodlust, конечно, хочется побыстрее. Нафиг его знает. Больше атаки. Не. Да. Да, больше атаки. Справедливость превыше всего. 14. На нее мы просто забьем. Она нас убьет, но ладно. Что делать? Ну ладно, я могу раз-два ударить. Вот это, к сожалению, не очень хорошо. Давай мы начнем с... Не, давай с этого действительно. Черт. Черт. Ну ладно, что делать? Давай, мне придется убивать себя. Придется. Бладаст ему только чтобы ее убить. Пиздец, потратить. Пиздец. Просто миллионная девочка. Получается. Да? Бладаст это всего 9 урона мне добавляет. 9 урона, а у него на столе жуть. Сколько у него на столе. Хорошо, давай мы продолжаем вэлью пытаться сделать. Ну да. Ну, реально меня просто ваншотнет, мне кажется, этой девочкой. А, ладно. Может быть, Bloodlust'ом все же отобьюсь. Не, я планирую, что 4 существа сейчас останется на столе. Какой сайт использую? Херс... Арена... Да. Проще скинуть ссылку. Сейчас вспоминать его название. Камон! Ты надо муть. О-о-о-о-о! Блин. Я бы его убивал же, кстати бы. Я бы его убивал, если бы. Если бы. Да?
Ну, теперь у меня проблем. Но я могу как бы... Не знаю. Окей. И... Не, у меня нет сенса других. Я должен делать так. Может, мне раздражатор придет. Окей. Не раздражатор, ну ладно. А временно подумать. Хорошо. Четыре существа, если у меня останутся на столе. Четыре. К сожалению, зомби уйдет. У него будет много здоровья, у него будет. Это плохо. Это меньше еще существ не остается на столе. Не выдержала тонкая душа поэта. Этого долгого-долгого затесения. И он решил, что пора сорваться в лицо. Пора. Моя душа будет моей! За молот Рока! Но он как бы, он и прошлый ход очень хотел это сделать. Очень-очень хотел, но... Последний момент передумал. Кто хотел увидеть меня? Давай. Покупаешь или продаешь? Не знаю. Ну, танген-циркуль я представляю, что такое. А вращатель дополнительное к этому еще добавить, я не уверен. Пэрэрвелминг будет плохо, да, я лучше давай достану просто тебя. Зачем меня призвали? Я даже не излагаю всего стрима. У меня все равно окей. Так, может быть мне тебе... Не, я тебя достану. Здесь будет очень печально, если я сюда паду, ну ладно. А, может быть, я про Станген Циркуль? Возможно. Okay. Меня призвали? Теперь у меня больше этих существ, чтобы попасть. Чтобы не сюда попасть. Окей. Ладно, хорошо, я вряд ли буду делать. Не, мне, наверное, древнее знание будет лучше. Лавабурст может быть лучше для лавабурст. Не знаю. Не, давай древние знания. Я серьезно считаю, что это более правильный выбор. Потому что у меня карта заканчивается, а мне варлока нужно быстро убивать. Как-то так. Окей. Вот, держи кружечку. Это файн. Заново достанешь. Я не против. Зачем? Раз, два. Угу. Что? Что? Ну ладно. Что так что? На следующий год я могу сделать, в принципе, древнее знание и раскопать Bloodlust через монетку его убить. Как такой вариант? Интернал. Интернал неплохо. Интернал сойдет. Ну ты будешь что убивать? Зомби будет убивать. Зомби как-то не знаю. Зомби не очень. Штормград. Штормград мне дает что? Что я могу его убить и останусь в живых.
Ну, это не очень классно. Еще вот этот парень дурацкий. Блин, не знаю. Давай лучше тебя ударим. Да, потому что он промахнулся, может, в очень важный момент, а я не хочу, чтобы такое случилось. Ну да, не очень. Интересно. Ну, правда. Да ладно, хорошо, давай. Пускай убивает. Я не сильно расстроюсь. Не, в лицо вообще неправильно. Вот так разменять, окей. У меня нету ни одной карты, которая будет добивать. Мне, а я обязан держать стол. Разменивать, бить себя в лицо, это ужасная глупость. Обещал, да, это печально, но что делать? Я облегчу твою боль. Вера, мой щит. Ну, надо спамить. А с памяти не очень получается. Покупаешь или продаешь? Не знаю, что на следующий ход. Раз, два, три, четыре. Вау. Корабсон. Корабсон. Корабсон очень плохо. Да, я, наверное, это уберу. А то что-то как-то стрёмно. Блин, я не хочу это убирать. Хрен с ним, наверное. Реальный фикс. Блин, я не знаю, это, конечно, будет вообще ошибка из всех ошибок. Но, с другой стороны... Ладно, не, пофигу. Я могу в лицо ему двинуть. Восемь урона. Не, давай. Да. Корабшн очень силен был. Ладно. Так, нормально. 2-2-2. Спам продолжается. Это жестко. Кракен. Кракен, кракен. Ну ладно, давай кракену мы сделаем. Ух-ух-ух. Ух-ух-ух. Двойне. Девайс на следующий ход. Не могу это убрать. Давай мы это уберем. Что у него есть? У меня есть 11 урона, 11-13 урона. Не, мне нужно максимум доставать. Если я тебя достану, мне так убьет, да? Ладно, хорошо. Я достаю там. Да, там, если я бесал, у меня в любом случае выигрывает, если
не знаю, что угодно он меня выигрывает. Да. Достойно. Карапсин выиграл. Карапсин реально выиграл игру. Ну и еще, пожалуй. Молот Рока! Не надо. Окей, Мурлоки, здорово. Раздрозатор тоже садит. Лучницу мне получить было бы вообще класс. Окей, я все равно достаю тебя. Ну, разменяй 2-1 на 2-1, пожалуйста. Для меня это не есть проблема. Ага, за 18 ходов до Абиссала достать лаву правильно. Еще хорошие эти будут. Советы. Огр, найс. Ну ладно, я, может быть, могу его убить. Посмотрим. Только поживее. Анна Виолетта, она нам раньше признавалась, что она очень поклонница большая французского, и вот. Только поживее, это вот оттуда. Да? Вот. Я могу тебя достать, могу достать вот этих морлок. Не, наверное, достану тебя в темп. А сейчас мне что нужно раскапывать? Занживер, коли ты по факту прав, расскажи мне, что нужно сейчас раскопать. Каркажам. Каркажам. Привет, дам. Я, конечно, могу ему в лицо... Не, давай я... Эй, а ну отдай! Давай так сделаем. Ху-ху-ху-ху-хух. Не, давай я сделаю так. Покупаешь или продаешь? Это действительно так необходимо. Ладно, это не так страшно. Мне кажется, действительно, Сэнджин сейчас будет более качественным, чем что-либо другое. Даун-то там плохо. Даун-то здорово. То есть на следующий год я, наверное, четверку-четверку достану, а потом придумаю что-нибудь. Окей.
О, раздражатор. Раздражатор мне нравится. Вау. Ну ладно. Плохо. Это два абиссала, это, конечно, перебор. Да мне все равно нужно застал сражаться, да, поэтому легко зомби достаю. Да, скорее всего, ГГ. Не, ну, ну да. Ну то есть, скорее всего, я смогу сейчас убить абиссала. Скорее всего. У меня будет Штормград на столе. Интересно. То есть мне сейчас 2-6, 6-6 идет 2-6, 6-2 идет в 4-2. Да? У меня остается зомби. Ну, по крайней мере, как оно сейчас выглядит. Может, у него что-нибудь вообще найдет сейчас, какой-нибудь, не знаю, на ОЕ. Беда будет. Почти истекло. Интересно. Третий обессал, ну да. Не, ну окей. Окей. Понятно. Третий обессал. Трепещи перед мощью Штормграда! Писец. Не, ну Загоиту не выиграть. В любом случае... Победа за тобой. Ладно, я психанул. Не нужно было так делать, потому что я мог... Захнуть Elemental Destruction. Но, да, тут уже надежда очень маленькая у меня была, и, конечно... Блин, я мог Elemental Destruction. Психанул. Ну ладно, не важно. Здесь побед все равно очень много, хотя и очень мало. Для дальнейшего продвижения. Семь, да.